зачем ты здесь, блядь? Ну вас несколько человек приходит, блядь, в один момент. Вы вообще не воюете друг с другом. Серьезно, они только вот, они стоят раком и раком передвигаются по всей карте, они вообще не видят друг друга. Два чувака одновременно забегают, блядь, ко мне в кемп. Ну что это такое, блядь? Два чувака ко мне в кемп забегают одновременно. Еще какой-то дурак, типа, заезжает, и никакой реакции ни у кого на это нет. Серьезно, это разве игра, это разве игроки?